Все, готовы. Игру начинаем. Все, готовы. Пароль 1, 2, 5. Все, начинаем игру, нет? Давай. Мы рейнджеры. Я начинаю. Все, гоу. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон.
такое. Меняю магазин. Заряжаю. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Прикрой, перезаряжаю. Без тапок, как так-то? Что-то с такой у них не получится. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Цель уничтожена. Заряжаю. Никсон еще не нравится, как его использовать. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Опа у нас.
необычно тоже. Потому что это такое сидело, сложно. Проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к... Прикрой, перезаряжаю. Заряжаю. Кишку закроют и сверху будут палить, а вот на 100%. Время на исходе. Но не войну. Конечно. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Смена. Ну давайте за следующий фильм посмотрим. Thank you.
Заполняю магазин. Ну и все. Время на исходе! Плюс один раунд в команде Тил. Бой, но не войну. Готовьтесь к смерти. Бомба не да. Громче говорит. Минус один, так выше. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Бомба у нас. Так, вот сет четвертый заходит. Бомба у нас. Пускай так будет, я не могу. Уже два минуса. Вообще стрим с наука. Кончит, ребята, кончит. Я как не вовремя потом. Надо сейчас на ремк не подставиться. Чувак, тебе один выход. И разводим. Стреляй! Отлично, бойцы! Готовьтесь к следующему раунду. Тем не менее взял Никс. Кидаю шумовую! Я видно, что тело как-то не... Лучше, не давай. Бомба заложена!
подготовлен, что тактику не хватит свои места свои, а как миксы такие, ну, есть миксы. Скорее всего. Все, да, не надо. Открыть, ребят. Ребят, ребят, давайте 5-минутный перерыв, пожалуйста, если сложно. Ладно? Давайте чем. Ну что, поставлю? Да, давай, давайте чем. Так, у меня сейчас слышно, нет? Да. Сейчас, значит. Все, я дал чат двоим, ребят. Заходите быстрее к бомбиле, бомбила хвост. Стойте, чат не закрывайте, сейчас, секунду. Парни, сейчас там 5 минуты перерыв. Там секунду. Не два, как ну, давай, давай. Какой бороть?
Сейчас идет. Ребят, ну что, где ваш четвертый? Вы если какие-то проблемы, говорите сразу же. То есть там не коннект или еще что? Там пользуюсь. Всем привет, ребят. Тихо. Сейчас на стриме скину в чат. Все, я рассказываю, как все. Что делать, куда что репостить. Вот, легче изменить подписчиков. Участвую, пишите. За чайком схожу. Все. Все готово. Секунду. Все, готово. Кто вы? Мы готовы, вы кто? Нет. Все, го. Так, я тут. Эта карта никогда ее не любил, она такая прям. В общем, надо знать, чтобы тут уметь тащить. Скидров она как бы такая оптимальная для всех. Всегда можно покатать, там интересно. Тут сложно. Бомба у нас. Что-то они заражены. Обычно на центре уже сразу килают. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Дэф у них вообще неплохо.
принципе, что тут сложного? Сидишь на точках, не лезешь. Если у тебя реакция, конечно, не бомжа. Все эти три раунда ты возьмешь. Я не сел, интересно. Исходе! Давай, у нас. Давай, еще иду. Проиграли бой, но не войну. В принципе, без шансов. Готовьтесь к следующему раунду. Заселись с таких точек. Ну, был шанс, конечно, с правой. Смена сторон. С левой стороны войти. По хамеру, ну, что-то засыкало. Шанс выбежать на А и убить Фоксика. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Они ведь отдали, да? Да? Или нет? А, нет, все правильно. Не бабы махта!
Время на исходе. Проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Перезаряжаю. Башню удался. Видите, даже сейчас Никсон простреливает, но он что-то не простреливает. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Все шахи. Бомба у нас. Вы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Прям прочитал. Как смена сторон. Thank you.
зарашек надо пытаться. Время на исходе! Никсон там на базе. Нюхает разных. Времени. 200 В поймал чувака, который решил не поймать. Все чисто. А там был грязный. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Да, вовремя. Конечно, повезло. Ну, все, походу, не тогда пошло. Тенго Сахаб! Мужчина, который ходил с пистолетом. Лелево походит с распы. Не, зря ты так чувак, ты чувак. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Обдуманно проиграет этот Кирату. Смена сторон. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Аккуратно, аккуратно играем с этой. Время на исходе. Ты можешь сейчас слева выйти. Еще один слева от него остался, я не знаю. Так,
форму все вижу. Походу ФК вообще. Время теряешь, чувак. Бомба у нас. Бомба заложена. Нет, нет. Я думаю, все-таки Никсон. Ну да. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Неосторожно играет, не обдуманно. Смена сторон. Сидел он так. Никсон, ты должен знать, что это. Посмотрим за Никсоном. Если не так же сдох. Легче, легче, чувак, не спал. А, он ушел. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Исходе. Ну, так, даже если надо поставить, он все может как бы будет знать, что надо поставить. Что ж тут с этим, ну не сложно, они все делают как-то. И минус. Минус 4. 2 в 4 и вытащили. Красавцы, ребята, сейчас сказать. Никсон тащит. Как он его не заметил, он там бегал столько. Отличная работа. Молодцы.
доте, что на инт. Как-то так. Ну, не знаю, мне игра Тилов очень понравилась, особенно Никсона. Парень явно знает, что нужно делать в МВ2, как нужно это делать. Коса. Так, ну что, ребят, вы готовы третью карту играть? Да-да, прям секундочку. Пароль 126. Ну все, удачи. Никсон красава. Душа. Мы с 15, все готово, да, поехали. Так, ну вот третья карта стартовала. Ох. Основная будет круто. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Цель поражена. Он пойдет в четвертый раунд с левой стороны. Смена сторон. Что ж, посмотрим, как будут гэфать. Бомба у нас. Что-то я
яд, дефект. Вот, сейчас попробуем. Справши, вот. Это же было очевидно, что он разгон взял. Вон, в библиотеке, ты что, не будешь? Я уже там.